Содержание территории городских кладбищ проинспектировала комиссия под руководством первого заместителя главы администрации Сергея Мужальских. В рабочем объезде также приняли участие председатель Совета депутатов Игорь Ермаков, депутаты Павел Гущин и Роман Юдин. В ходе проверки представители администрации осмотрели Ивановское, Всехсвятское и Липецкое кладбище. Мы провели объезд по кладбищам, посмотрели содержание территории. Как вы видите, территория содержится в надлежащем состоянии, происходит окос травы периодически. Вот, также вырубают сухостой, вырубаются деревья. Комиссии продемонстрировали отремонтированное здание, которое в дальнейшем планируется использовать для размещения смотрителей на Ивановском кладбище. В постройке проведен ремонт внутренних помещений и кровли. Особое внимание уделили вопросу асфальтирования дорожных участков и парковки при въезде на территорию. В ходе объезда было предложено рассмотреть вопрос об организации парковочного кармана при въезде на Всехсвятское кладбище. Содержание Липецкого кладбища было признано удовлетворительным.